Приветище! Сегодня мы с тобой поиграем в игру под названием Carrion. В общем, мы, вот это существо, назовем его нечто, которое пульсирует в скляночке, видишь, вон то вот красное. Это нечто создали люди, я так полагаю. Теперь нас заточили в эту скляночку и наблюдают за нами. А нам это, конечно же, не нравится. И поэтому мы будем эту скляночку сейчас разрывать, разбамбливать и вырываться. Вот так вот! Здорово, чувачки! Папа, мама, где вы? Пап, мам! Вон, видишь, люди в химзащите бегают. Это значит, что они за нами наблюдали. А может быть, мы инопланетянин, слушай? Похоже на Венома, только на красного. Который пытается найти тушку, в которую бы вселиться можно было бы. Да куда ты, пап? Или это мама была? А, неважно. Ладно, пошли гулять по лаборатории. Что еще делать ребенку, правильно же? Здорово! Здорово! Пап, мам, где вы? А, вон, смотри, снизу люди есть без химзащиты. Может быть... Там мне кто-нибудь поможет. А чё вы все орёте? Чё вы боитесь? Я же маленький, я же добренький. Я же не злой. Подумаешь, меня 20 лет держали в склянке. Чё я буду злиться на людей, да? Здорово! А здесь никого нет. Вода! Вода. Я воды не боюсь, это здорово. Чё вы все на меня палите? О-о-о, кто-то сигналку врубил. Наконец-то люди доперли, что опасная животинка выбралась на волю. Ну, еще не совсем на волю. Но сейчас будем пробираться. О! Прицельтесь при помощи этого и удерживайте это, чтобы схватить предмет. Сейчас попробуем. Так, значит, предмет. Фу-о, вот это мощь! Бдыщ, бдыщ, бдыщ! Вот это я вырываю двери металлические. Просто меня ничто не остановит. Тут вот тоже дверка есть, сейчас мы вырвем нашими щупальцами ее. Играя на геймпаде, немножечко сложновато. Но ничего, привыкнуть можно. Тайничков тут никаких нету, выходим. О! А вот и первые люди. Сейчас будем разбираться с ними. Тихонечко вылазим. Он на унитазе сидит, прикинь? На унитазе. Так, тихонечко, короче, чтобы не спугнуть его. Вот так вот. Вот, вот, вот. О, блин, я этой дверью его пришиб. Черт. Ну, случайно вышло. Мужик, подожди. Ты как, жив? У тебя нет переломов? Может тебе помочь? По-моему, он от шока того. Да, наверное. Ладно, возьмем тело его тогда с собой. О, он еще жив! О, господи, я его сожрал! Я его сожрал! Подожди, там еще ноги остались. Надо ноги тогда тоже съесть, чел. Какая-то зеленая фигня с меня вылазит, когда я поедаю людей. Может быть, это туалетная бумага? Он же на унитазе сидел, не успел подтереться. Так, значит, есть еще двери тут, смотри, какие интересные дверки. Давай открывать их. О! Здрасте, я вас не звал, запилите мне двери. Забавно. Ой, вырвал. Ну вот. Я ж без разрушения хотел, я просто тут прогуляться думал. Пошло все. В пекло. Отойди еще полный. Фарш. Фарш в данном случае это я. Интересно, унитаз можно вырвать? Блин, мне так нравится, как я дверью хлопаю, а потом меня она бесит, и я просто ее вырываю нафиг. Унитаз свистнуть нельзя. Эх. Ну что, пошли? Где, как? Чего? Как мне открыть вот эти двери? Мне нужно открыть эти двери. Наверное, где-то должен быть рычажок какой-то. А, подожди, вот. Какой рычажок? Вот же. Вот это вырываем, туда лезем. Вентиляционные шахты. Здесь кислород поступает во все отделы. Классно, конечно, двери вырываются. Прям кайфую от этого. Мне нужно вот этот рычаг повернуть, смотри. Так, есть тут где-нибудь проходик? Ой, что за звук? Что за звук? Походу, мне только сюда. Лаборатория. Подожди, дай-ка верну. Все назад. Тут точно никак. Наверх уже не могу залезть, прикинь. Вот это поворот. Ладно, значит нам только сюда. Тихонечко сейчас открываем дверь, чтобы никого не напугать. Вот так. Да блин! Хлопнул дверь, и он испугался. Ребят. Ёк-макарёк, вот это я влетел. Я не хотел вас пугать. Я просто маму с папой ищу. Чуваки, от двери отойди. Ой, блин. Я просто дверь хотел открыть, а получилось сожрать чувака. Ёк-макарёк, вот это я тут шалю. Я просто пошалил. Смотри-ка, я начинаю расти, когда пожираю людей. Ой, компы разломал. Пожирайте людей, чтобы восполнить биомассу и расти. А, ну тогда все понятно. Полезем сюда. Та-та-ря-та, шахта, веншахта. Люди-то, смотри, убегают. А чё это вы убегаете? Подождите-ка. Куда это вы собрались, а? Ой, божечки, что я с ними творю вообще?
Типа поиграть можно даже с ними, смотри, вот так вот берешь. Сейчас. Вот. Нет, что-то не получается поиграть, я их просто пожираю. Я хотел в марионеточку поиграть. Вот так вот хватаешь и... Бла-бла-бла, я живой, я сейчас поднимусь по лесенке. Вот так вот. Это знаешь, реально можно сделать марионетку и подняться по лесенке, чтобы меня люди не пугались. И потом я такой выскакиваю, вот эта биомасса, и всех жираю. Вот это тактика, да? Биомасса-то у нас не кухры-мухры, а с мозгами. Все тут нафиг разносим. Мы же бесимся из-за того, что нас держали в склянке. Вот эту дверь нафиг вырвать? Пошла она в пекло. Протискиваемся в дверку. Где это я? На самом деле, на геймпаде играть не очень удобно. Может быть, на мышку перейти? Усё, я перешел на мышку. Круто. Значит, нам нужно врубить рубильник вот так вот, опускаем. Это что, мы, получается, сейчас на поверхность выберемся? Ох, круто. Ну что, погнали. Я сейчас вылезу наверх. Вылезу наверх. И что у нас тут? Свет! Подожди, главное не упасть. Какой свет яркий. Но туда тоже не пролезть, потому что тут преграда. Черт возьми. Смотри, типа выход. Вот это отверстие, это выход. Ладно, сейчас полазим, посмотрим, что тут. О, какое светило тут. Есть пробоина в стене. Походу нам сюда. Распределить биомассу и сохраниться. Да, конечно, сохраниться. Пустил корни, как говорится. А вот и проход открылся. Стремный какой-то проход. Какую-то бездну адскую. Все, мы сохранились. Теперь можно чесать отсюда. Тут вот если руку приложить, чью-нибудь, да, то можно пройти туда. Но рук-то мы не имеем. У нас только пакли какие-то. Поэтому сваливаем отсюда. Новые земли. Пусто. Ой-ой-ёшеньки. Лаборатория BSL-4. Взломов 100%. Потеряна биомасса 50%. Статус взломано. Ну все. За нами сейчас охоту объявят. Тут ничего интересного нету. Тогда, блин. Подожди, сюда еще давай сходим. О, тут люди есть. Но тут закрыто. Тут закрыто. Что написано? Погоди. Допуск, свободный вход и выход воспрещается. Понятно. Сваливаем отсюда. Свежий воздух! Ёк-макарёк! Мои котлеточки этого воздуха давно не видели. Круто, я могу лазить и так, и сяк, как хочу. Как паукан. Круто. Падаю, как, знаешь, канализационная какашка какая-то. Просто меня смыли в унитаз, и я вываливаюсь с этих труб. Все разломать, все снести. Музло-то какое эпичное. Как будто Марвел какой-то. Сейчас Тор прилетит. Железный человек, еще что-нибудь. Что за деревяшка? Сквозь нее никак не протиснуться, значит, нам наверх. Дверки в пекло! Слушай, а еще вот, когда лазю вот по таким вот туннельчикам, я похож на какого-то червяка, да? Подземного червяка. Что у нас тут? Вижу рубильник. Ой, лампочку сломал. Можно вылезти наверх. Ага. О, так мы, смотри, мы в прошлый раз отсюда вот заходили. Пойдем рубильник дернем. Рубильничек. Снизу дверки открылись. Это хорошо. Можно туда пролезть. Такое ощущение, что я какой-то нечто-шпион. Здесь можно пролезть. Много ходовочек, что ли? И туда, и сюда. Пойдем вниз. Слазим. Осторожно. Открытие шахты. Но я пока не вижу открытия шахты. А, о-о-о, круто. У меня тут щупальцы протискиваются. Так, хорошо, тогда попробуем. Черт. Давай, не дотягивайся, не дотягивайся. Вот эти щупальцы, которые светящиеся, это типа мои руки. Но они не дотягиваются. Тут никак, короче. Черт. Черт, ладно, полезли обратно. Обидно. Придется нам, значит, вот сюда. В дырку. А, она закрыта. Она закрыта. Вот я и попал в тупик. Пойдем решать головоломку, значит, здесь. Как нам отсюда выбраться-то? А, так вот, подожди. Нам сюда
Тут закрыто. А, это двери были, это двери были. Мы их взяли, выломали и прошли. О, нас ничего не остановит вообще. Мы же дьявольская масса. Нечто. О, слышишь, как цепи звенят? Еще и свет вырубил. Протиснуться. То есть вот эта канализационная труба, через которую я могу протиснуться. Потому что тут нет прохода. Давай протиснемся. Еще и корни пустили. Круто. Я захвачу этот мир. Свалка опасных объектов. Я тут могу наесться всяких, знаешь, едких веществ и мутировать, наверное. Ну, по логике вещей, я бы мутировал. Что это такое? Внимание, тут мы еще были. Неизвестная биологическая угроза. Повышенный уровень готовности. Эх, как же они не понимают, что... Я просто ищу маму с папой. Дергаем рубильник. Да, но эта биомасса явно умная, поскольку она умеет дергать рубильники. Двери вырывает, открывает. Опа. Тут, короче, это не двери, это решетки. Их открыть никак, поэтому надо тихонечко, тихонечко. Там, видишь, чувак с пистолетом. Надо тихонечко вот так вот их. Хоп. Вот сюда. Все, нас не спалили. Нифига себе, вылетел. Так, еще один рубильник. Он, походу, откроет вот эту дверь. Да, и мы сейчас чувака с пистолетом сожрем. Чувачок. А дверки сейчас откроем. Черт. Смотри, я только дверью пошевелил, он сразу в нашу сторону повернулся. Он, походу, нас запалил. Черт. Я такой подглядываю через щель дверную. Скотина, а? Отвернись от меня. Блин, он слышит нас. Я, конечно, могу вырвать дверь и просто снести ему башку. Наверное, это и стоит сделать. Вот это забавно было. Очень забавно. Мои щупальцы! Доигрался нафиг. Доигрался. Подожди, я просто не понимаю, как мышкой вырвать эти двери. Дверь! Долбанная дверь, как она вырывается при помощи мышки? Во! Вырвал! Как я это сделал? Надо было просто пошильнее швырануть. Да черт! Черт, 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 черт! Капец! Ты видал? Смотри, какой маленький стал. Он мне подстрелил все щупальцы. Пока я разбирался, как мышкой открыть двери. О, лампочку могу свистнуть как-то. Короче, все, понял. Хватаешь и посильнее мышкой швынтыляешь в одну сторону, и тогда все врывается к чертям. Вот, дверь еще есть. Давай попробуем. О! Вот это я понимаю. Сразу бы так. А то сюсюкался. Смотри, тут вода есть. Можно было нырнуть вот так, обойти его сзади и сожрать. Как интересно было бы. Ладно, учтем. Значит, в следующий раз будем искать альтернативное решение. Распределить биомассу и сохраниться, конечно. Ого, вот это я раскочегарил тут все. Смотри, 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 вот и проход сейчас откроется. Походу, нам обратно надо будет вернуться. Компьютеры! В КС-очку дайте порубать. Секундочку. Черт, интернета нет. И КС-ка не установлен. Ладно. Бежим отсюда. Проходики. Где-то... Во! Здесь открылось... Нет, здесь еще не открылось. Тут, короче, три секции есть. Одну мы уже зафиксировали своими щупальцами. Еще два щупальца надо пустить. Все понятно. Сюда пролезем? Нет, сюда не пролезем. А может быть, просто помочь нашим щупальцам? Подожди. Подожди, подожди. Нет, так не прокатит. Здорово, мужик! Я, короче, пришел тебя убивать. Отошел от двери. Мне так нравится их бесить. Просто тролль нечто такой. Ну подойди ближе. Кия! Выкусил. Сожрать его полностью и целиком. Ай, шикос. Вот и поужинал заодно. Так, что мы тут имеем? Куда мы можем пролезть? Лесенки не... А, вот. Вот тут вот отверстие. Вырываем решетку. Полезли. Фу, ну и мусорка тут. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. В нас стреляет. Черт. Куда он упал? Иди сюда. Да капец. Нас уничтожили, прикинь. Неожиданно. А я думал, я мощный. Ладно. Пойдем еще раз попробуем.
Снова этот чувак. Вырываем в него дверь. А, это женщина была. Сжираем. Сейчас я буду крайне аккуратным. Так, значит, вот, вот так вот их решеткой просто сбил. А теперь сжираем. Блин. Давай. Хавай их быстрее. Отлично. Мы живы и всех сожрали. Это то, что нужно было. Ничего тут больше интересного нет? О, кстати, смотри, переключатель. Нам нужно туда попасть. Полезли туда. Опа. Здорово, чувачки. Сейчас будем... Что это было? Трупак упал, прикинь? Ладно, сожрём. Не страшно. Не страшно. Вот так вот вырубаем. Оп. Оп, оп. Чёрт. Фух, успел. Успел. Там ножки еще остались. Вот. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Тихо, убегаем. А я не могу убежать. Чёрт, кто стрелял-то? Вот этот тип, он как-то лежа в меня стрелял, прикинь. Неожиданно. Хитрец какой, а? Хотел обдурить меня. Ну ничего, я-то оказался хитрее. Так, можно сохраниться. Побежали вот сюда. Сохраняемся. Ага. И вот вторая щупальца поразила ту дверцу. А мы тогда бежим сюда. Опа. Баночка-скляночка какая-то. Подожди, там мой собрат, что ли? Давай попробуем это расшатать, сломать. Опачки. Надеюсь, мне было не больно. Можно забрать там это все? А там уже ничего нету. А, погоди. Протиснуться? Подожди, рановато туда еще протискиваться. Я еще тут не все смотрел. Вон есть рубильник. Угу. Ладно, давай протиснемся. Просто до рубильника не добраться. Новая ДНК. Арахнофтиз. Паутина помогает заманивать людей в ловушку или взаимодействовать с предметами. О, понятно. Ну, давай попробуем. Ух ты, как Спайдермен паутину пускать умеет. Круто. Подожди, а может быть мне это как-то поможет, тут рубильник? Рубильник, вот. Ой, ну что, круто. Как настоящий Спайдермен, блин. Он тоже же при помощи паутины рубильники всякие там дергал. Значит, лезем сюда. Ну, типа, с ДНК, мутациями и всякой штукой интересно играть. Интересно. Так, тут тоже есть рубильник. Сейчас пролезем вот сюда. Вот так вот лезем. И просто пульнем туда. Как-то надо грамотно это только сделать. Меткость, мое второе имя. Бегу. Быстренько сюда. О, снова чуваки. Сейчас попробуем их в паутину бахнуть. Посмотрим, что из этого выйдет. Тихонечко. Выжидаем моментус. Так. Блин, промахнулся. Интересно, сколько у меня этих паутин? Так. Что-то я не понял. А я могу до него дотянуться? Нет, не могу. Он уже пистолет достал. И чё эта паутина дает? Я понять не могу. Я просто его на определенное время могу обезоружить и все как бы. Ну да, получается так. Хорошо. Тогда мы делаем, смотри, чё. Стоим... А, нет, лучше с другой стороны это сделать. Блин, я даже не знаю, как лучше сделать-то. Чё вы орёте? Не паникуйте. Еще ничего с вами не случилось. Опа. Куда ты его вниз вообще скинул? Так, ладно. Вот так вот. О, красота, вкуснятина. Так, быстро отсюда сваливаем. Быстро сваливаем. Я вообще не в курсе, кто это был. Кто тут что натворил? Давай зайдем. Божечки, останки какие ужасные. Ёк-макарёк, что тут происходит, ребят? Чего вы тут натворили? Какие-то ноги валяются. Но вкусненько, ничего так, прикольненько. Так, еще одно тело лежит. Еще одно тело. Так, а ну стоять! Нельзя в меня стрелять, иди сюда! Прямо с паутины его засосал. Так, еще вот тельц тут есть. Ништяк! Я уже взрослый мальчик стал. Крупненький, большой. Тут ничего у нас не спрятано. В этой мусорке. Я что-то сожрал. В мусорке сожрал. Плохой песик, плохой, нельзя с мусорки жрать.
Я думал, там какие-то останки есть. Так, значит... О, в лампочку могу паутину пустить? Нет, не могу. Короче, нам походу сюда. Ага. Давай, отпирай дверку. Можем пролезть сюда, можем уйти туда. Я даже не знаю, столько ходов. Полезли наверх. Заперто. Значит, нам все-таки через парадный проход. А чё, да. О, чувак, здорово! Где я? А, это женщина была? Я до сих пор не научился определять при помощи пикселей, кто там, мужик или женщина. Непонятно. Мы просто быстро очень действуем с тобой. Смотри, как я упал. Зацепился за лампочку, короче, и вот сюда еще пустил паутину свою. Вырываем, рубильник дергаем. Что-то открыли. А-а-а. Блин, это что нам теперь обратно тарабанькать? А смотри, тут еще тоже проход открылся. Сейчас мы к ним зайдем в гости. На чаек. Чаю мне приготовьте, пожалуйста. Используйте shift, чтобы обнаружить расщелины. А, давай попробуем. Это эхолокации. И вот тут расщелина получается где-то. Ага. Пошли туда. Чуваки, не паникуйте. Чего вы орете? Что происходит? Здорово! Они никуда не могут бежать. Они ничего не могут сделать. О, комп с интернетом. Дай в комп порубаюсь. Круто! Интернет кончился. Заплатите за интернет! Срочно! Блин, ну вот. Платить за интернет больше некому. Так, эхолокацию. Либо наверх, либо вниз, либо еще где-то здесь. О! Сохранялка. Подожди, нам сюда надо зайти. Даже чай не приготовили. Я же говорил, что приготовьте чай, и все будет пучком. Пустили свои корни. Ну вот, должны открыть вот эту дверь. О, да. О, да. То, что доктор прописал. Ё-моё, куда это я упал? Свалка токсичных отходов. Подожди, я тут уже был. Я тут уже был. Вот это что за дверь? Тут никуда не протиснуться. Выбираемся обратно. Бежим, значит, к нашим воротам. О, все, выбрались наконец-то. К этой штуке. Все, погнали отсюда. Да блин. Еще попади называется. Машины тоже выходят из строя. Получено достижение. Свалка опасных объектов. Статус безопасно. Теперь свалка небезопасна. Все взломано. Хо-хо-хо-хо. При помощи меня все взломал я здесь. Я красавчик. Если тебе понравилось вот это нечто, и ты хочешь увидеть продолжение, чем все закончится, и как вообще это все произошло, узнать историю происхождения этого существа, то с тебя лайк под этим видео и подписочка, если ты еще не подписан, иначе ты пропустишь крутые видео. Ну а я с тобой прощаюсь, пока. Увидимся в следующем видео.